Режим самоизоляции длился в Ульяновске почти 2 месяца. За это время люди приобрели много новых навыков. Кто-то научился просто мыть руки, а кто-то реально повысил свой скилл. Режим самоизоляции длился целых 2 месяца. Чему-то удалось научиться за это время? Какие-то новые навыки может приобрести? Чему научил режим самоизоляции? Аккуратности в основном. Аккуратности. Всегда протрешь. Руки. Руки мыть, наверное, всегда. А вы что еще? Я не знаю. Правильное питание, занятия спортом. Ну, учеба, само собой, не кончалась дистанционно. Элементарные вещи, которые руки мыть и следить за собой, это должно быть в повседневной жизни. Я начала с того, что в декрете находилась с тремя детьми дома, поэтому... Ну, наверное, повысить навык в обучении своего старшего ребенка, который в школе учился. Да, дистанционка, она как бы дала нам такой, ну, толчок для родителей понять вообще, ребенок усваивает школьную программу или нет. Ничего не делала. Дом только что убирала, варила, стирала. Больше ничего я не делала. В магазин ходила. Больше ничего не делала. А я работу сменила. Я работу сменила. Раньше я работала по другой сфере, сейчас по другой, на компьютере. Я работал на удаленке до самоизоляции, и в моей жизни в период самоизоляции изменилось только одно. Я не могу увидеть своих друзей и не могу сходить куда-то вечером. Поэтому для меня самоизоляция – это, пожалуй, способ найти какие-то новые хобби, новые увлечения. Ребят, я это время проводила на даче. Очень. У меня 3 теплицы. Я много читала в Ютубе о том, что вот надо сделать, как правильно сделать. Выбирала лучшее и работала в теплице. Для начала я начал читать книги, потому что книги – это как бы самообразование, и я узнал много нового из них. Во-вторых, я 11-классник, то есть я сдаю в этом году ЕГЭ, и карантин мне очень помог, потому что стало гораздо больше времени, чтобы подготовиться к этому экзамену. На самом деле... Ну, все же знают, что основа счастья – это семья. И карантин как раз это помог понять, потому что мир рушится, все из-под ног уходит, а семья – это единственное, что может поддержать, понять. Я веду китайскую оздоровительную гимнастику, и вот пришлось некоторые консультации вести в режиме онлайн, что для меня было как бы полезно. Я работала, я медик. Я по медицине расширяла свои знания. Новую работу приобрел. Со старой пришлось пока повременить, потому что я работал вахтой. Вот, никуда не поехал, соответственно, дома тоже сидеть не стал. Устроился на доставку продуктов. Вот как бы для меня нормально прошел, идет режим самоизоляции. Удалось прочитать очень много книжек, проходить вебинары, курсы.